Привет, привет, привет! Меня зовут Арезу, я русскоговорящий англичанин, и вы хотели обладает. Вы просили обладает. Вы получаете от реакцию по обладает. Окей? И Friendly Thug 52 NGG. Я вам честно скажу, я никогда не встречался с Friendly Thug. По-моему, Friendly Thugs не существует, но мы посмотрим. Песня называется «Дом с привидениями». Окей, Homes of Ghosts. Ну, ребята, вы знаете уже. По-моему, вы уже знаете. Каждое воскресенье я буду выпускать русские реакции. Меня начинает серия Drill.ru. Я снял первый клип. А у меня стал второй, третий, четвертый. Я буду снимать второй это воскресенье. Еще, русский не мой первый язык. Я уверен, что вы это поняли с моего акцента. Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, в комментарии напишите, если я что-то неправильно понял, если я вообще что-то не уловил, или вообще я что-то не понял совсем, окей? В комментарии напишите, что он интересное сказал, которое я пропустил. Хорошо? И подпишитесь, пожалуйста. Посмотрите меня на Instagram, Snapchat, все дальнее. Окей, начинаем. Начинаем. Обладает. Давай. Давай. Интересует, это будет Drill или нет? Это чей стадион? Я хочу сказать Зенит? Не могу выбрать СНП или Лондон, поднял, но все так же голодный. Слышь, я пишу тут полотна, бегущий по лезвию, но не в гонке. Чтоб не быть броуком, прыгнуть на хайп и зашквариться, мув беспонтовый. Я никогда не кричал очень много, но меня слышно так громко. Все забер... Я никогда не кричал, но мне так слышно громко. Окей, бро, окей, бро. Одну вещь, которую я разницу заметил сразу же между его клипом и клипа TSP Opt, субтитла нету. Пожалуйста, оба, мне нужны английские субтитры. Умоляю, чувак. Если ты, брат, это для меня сделаешь. Во-вторых, я не сказал бы, что это Drill еще. Он, конечно, бит до конца не зашел, но он, его намного легче понять, что он говорит. И для меня это огромная разница. Мув беспонтовый. Я никогда не кричал очень много, но меня слышно так громко. Все завертелось как коптер, обла. Я в твоем городе монстр. Тур на 100-500 городов, первый раз, поверь, это жестко. Тур на 150 городов, поверь, это жестко. Брат, я верю. Я верю, 150 городов. Crazy, вау. У него такие фанаты. Crazy, молодец, просто молодец. Я в твоем городе монстр. Тур на 100-500 городов, первый раз, поверь, это жестко. Похуй на бабки, кричала в гримерка, хочу полный зал, да и только. Потом отрывал свой голос на каждом концерте, поверь, это больно. Звук из бетонных коробок, от колыбели до гроба. Players Club, команда на стадике, как презентация Донда. Не весь вандализм, как искусство, поэтому будь осторожней. И все это дерьмо так реально похоже на арт-постановку. Ночь, перед рассветом темнее, мы сделали деньги, это не сновидение. Брат... Стой, стой, стой. Я что-то пропустил, я уверен. От постановку. Ночь перед рассветом темнее, мы сделали деньги, это не сновидение. Ночь перед рассветом это темнее, мы делали деньги как... Fuck, man. Мне так трудно. Брат, просто поверь, не стрельнул, но не сидел за применение. Я не могу врать, всегда видел плюс, даже если не целился. Потерялся во времени, курю прямо... Я видел плюс, но просто не целился, как снайпер. Окей, окей, я понял. Деньги это не сновидение. Брат, просто поверь, не стрельнул, но не сидел за применение. Я не могу врать, всегда видел плюс, даже если не целился. Потерял свое время, не курю прямо в хате, это дом с привидениями. Плевать на мнение, со мной игроки, но не геймеры. Они в клубе с рождения, в клубе даже по воскресенье. Со мной игроки, не геймеры, они в клубе... Но игроки, но не геймеры. Они в клубе с рождения. В клубе даже по воскресенье. Они в клубе даже по воскресенье. Воскресенье должно быть в церкви. С утра, понимаете? Но не в клубе. Похуй на мнение. Игроки, но не геймеры. В клубе с рождения. С утра и до бесконечности. Они не могли не верить мой рэп, ведь я говорил только правду. И слово можно купить, вот чего стоит их парты. На угол устал мне платить. Ихнее слово можно купить. Вот что это их основа стоит. Пошли они нахуй.
правду. Их слово можно купить, вот чего стоят их парты. На углу устал, мне платят за лайф, я не живу за бесплатно. Спальный район уже засыпал, он всегда спал на талантах. Мне платят за лайф, я не живу бесплатно. I like that a lot. За лайф я не живу за бесплатно. Спальный район уже засыпал, он всегда спал на талантах. 40 тысяч рублей — это выход с пакета, риск не оправдан. Мне приходят деньги за рэп, но угол живет внутри, я отравлен. Боюсь, что сорвусь, хотя уже слез. Как такое бывает? Они хотят знать, что я прошел. Мы шаги были в рехабе, менеджер видит, что я... Они хотят знать, что я прошел. Мои шаги были в рехабе. Окей, friendly thug, bro, he can rap. He can fucking rap. И знаете, что мне нравится? Его флоу, он знал, что Обла делает, он чуть-чуть что-то другое взял, что-то другое пользует. Но и мне его голос уже нравится, спокойный, и он все четко говорит. Бывает, они хотят знать, что я прошел. Мы шаги были в рехабе. Менеджер видит, что я иногда смотрю свысока. Только когда я сижу у окна в самолете, что устремляется в облака. Таблетки, дурь, дырки и деньги, так пролетали года. Бегу от газа. Таблетки... Дуры, деньги, что? В облака. Таблетки, дурь, дырки и деньги, так пролетали года. Таблетки, дуры, дырки, деньги, так пролетали года? Блин, скажите, я до конца не понял, не поймал. Бегу от газа, если я буду в дыму, я не поймаю, ха-ха. Ночь, перед рассветом темнее, мы сделали деньги, это не сновидение. Брат, просто поверь мне, стрельнул, но не сидел за применение. Я не могу врать, всегда видел плюс, даже если не целился. Потерялся во времени, курю прямо в хате, это дом с привидениями. Плевать на мнение, со мной игроки, но не геймеры. Они в клубе с рождения, в клубе даже по воскресенье. Похуй на мнение, игроки, но не геймеры. В клубе с рождения, с утра и до бесконечности. Круто. Очень-очень круто. Значит, мне понять, что он с Питера, да? Или он фан Зенита? Клип тоже очень крутой. Знаете, что я еще заметил? Разница между его клипом и стилем и с Opti TSP. У него больше есть influence, влияние, да? На него влияет? Fuck. Нет, что это такое? Больше американский стиль и английский стиль. А я думаю, что у TSP и Opt больше что-то русское есть. Несмотря, что у них намного... Ихний drill жесткий, именно, это и есть drill, они взяли и они просто, я могу сказать, улучшили, но, блин, все равно было очень-очень приятно это слушать. Friendly Thug 52 NGG, bro, you can rap, you can fucking rap. Меня интересует посмотреть, все говорят этот трек, Monster трек, я посмотрю, обязательно, хорошо, я после drill root серию, я делаю этот мой следующий. Cool. Ну, ребята, от меня огромное спасибо, что вы посмотрели. Умоляю, пожалуйста, подпишитесь и follow me on my social media above. Я это должен выучить на русском. Еще, look, peace, love and prosperity, and I'll see you on the next video in a bit.